Я знаю людей, за которых я проголосовала. Это директор школы. Ничего страшного. Вот там учатся мои внуки. Один уже закончил, а второй учится. Так что дочь очень хорошо отзывается о директоре, дети очень хорошо. И за Захарова Володю я проголосовала, потому что я его хорошо знаю с детства. Он учился с моей дочкой. Мы знакомы с его семьей. Это очень порядочный человек. И я думаю, что он очень добросовестно будет относиться к своим обязанностям. И как человек, и как руководитель того непростого хозяйства, которому он заведует. Скажите, вот мои доводы. Вы верите, что что-нибудь изменится к лучшему после этих выборов? Вы знаете, наше поколение вообще оптимисты. Если бы мы не верили, мы бы не выжили.